Вот что у нас с Ванечкой получилось. Простая сенсорная коробочка на тему леса. Смотрите, первое задание у нас с Ваней будет, это я для Вани сделала, собрать все вот эти грибочки за ночь наросли. Потом он соберет вот такую вазочку. Я в Ярославле покупала маленькую фасольку. Сделает это либо пальчиками, либо пинцетом. Посмотрим, как будет справляться с пинцетом. Если все получается, то им. Если нет, то пальчиками. Ну, а потом поиграет. Вот видите, у нас тут и паучки, и муравьи живут, шишки. То есть вот простые сюжеты, но ребенок через игру очень, очень вдохновляется и очень долго играет вот с такими инсталляциями. Оп, вид сверху. Такая игра. Зеркало помогает расширить как пространство, увидеть свои действия в отражении.